Всем привет! Сегодня я покажу лунный и французский маникюр в одном из вариантов дизайна ногтей. Для начала обезжириваем ногтевую пластину. Используйте обезжириватель, которым вы пользуетесь. Тщательно проходитесь по ногтевой пластине для того, чтобы убрать лишнюю пыль, влагу и остатки жира с ногтевой пластины. Можно перед обезжириванием пройтись немножко бафиком для ногтей. Я этого, как видите, не делаю. Дальше берем, покрываем базовый гель-лак на все ногти. Хорошо проходимся там, где торец ногтя, вот здесь, запечатывая торец. Это делается для того, чтобы хорошо держался гель-лак. Покрываем все ногти и будем просушивать в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Дальше выбирайте себе цвет под основу. Я выбрала такую совсем телесную, почти даже полупрозрачную, и буду покрывать ногти, всю ногтевую пластину полностью я покрываю. Аккуратно покрывайте, чтобы не заходить на кутикулу. Также запечатываем торцы ногтя, это обязательно. Он такой светленький, совсем полупрозрачный в первый слой. Можно выбрать гель-лак более такой матовый, более плотный по текстуре. Также будет оно очень хорошо выглядеть. Можно даже делать такой вариант в цветных вариантах гель-лака. Но у меня сегодня телесный с белым. Это очень нежно смотрится, очень красиво. Покрываем все ногти и также просушиваем в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Кто пользуется лампой LED, просушивать все слои по 30 секунд нужно. Покрываем вторым слоем цветного гель-лака. Такой маникюр очень красиво выглядит, когда свою ногтевую пластину не сильно видно, поэтому лучше подбирать цвета, которые более плотные. Или если у вас такой совсем светлый гель-лак, как у меня, можно его покрыть в 2, а то и в 3 слоя. Также я покрываю, запечатываю торцы и буду просушивать в ультрафиолетовой лампе 2 минутки. Дальше я покрываю французский маникюр. Вот так покрываю я все ногти, немножко делаю такую улыбочку и буду просушивать в ультрафиолетовой лампе по 2 минутки каждую ручку.
Французский маникюр мы прорисовали на всех ногтях. Дальше берем белый этот же цвет, наносим на какой-то вспомогательный материал, я в данном случае выбрала фольгу. Берем тонкую кисть, которой вам удобнее всего рисовать. Я пользуюсь вот такой кистью тонкой. Хорошо, ее вытираем, чтобы она была чистой, чтобы на ней не было каких-то остатков с предыдущих дизайнов. Вытираю я или ацетоном обычным, жидкость для снятия лака, или для снятия липкого слоя. Любой жидкостью можно вытереть кисть. И будем рисовать лунный маникюр. Набираю немного на кисть, совсем немного, лучше потом добавить. Набираю на кисть. Сначала прорисовывать буду контур лунки с одного уголка к другому. Вот так. Дальше эту лунку закрашиваю. Закрашиваю аккуратно, чтобы не задеть кутикулу, потому что потом будет очень сложно убрать. Если гель-лак у вас густоват, то это нормально. А если гель-лак очень жидкий, некоторые фирмы очень жидкие, он сильно расплывается на кутикулу, и очень сложно его потом убрать с нее. Закрашиваем хорошо. Лучше не спешить, потихонечку вот так закрашиваем. Вот такая луночка у нас получилась. Дальше делаем такие лунки на всех остальных ногтях. Такой у нас получился первый слой лунки. Рисуем второй слой. Второй слой обязательно нужно прорисовать, потому что первый слой получился немного с такими прозрачными линиями. Если вы рисуете цветным гель-лаком, иногда можно даже в один слой, потому что он более плотнее и разводов не оставляет. А белый гель-лак, он всегда оставляет разводы. Белым уже легче во второй слой рисовать, потому что уже контур лунки есть. Просто нужно обводить то, что есть. Много гель-лака не набирайте. Немного. Также прорисовываем и будем сушить в ультрафиолетовой лампе 2 минутки.
Дальше весь дизайн нужно обязательно закрепить финишным гель-лаком. Хорошенько, тщательно промазываем, запечатывая торцы, промазываем все ногти и просушиваем каждую ручку по 2 минуты в ультрафиолетовой лампе. Финишного покрытия обязательно нужно вытереть липкий слой. Хорошенько, тщательно проходимся по всех ногтях. Вот такой французский маникюр с лунками у нас сегодня получился. Очень нежно и красиво выглядит. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующих моих видео. До скорых встреч!